Здравствуйте! Безе – нежнейший десерт, изобретение французов. Сегодня мой рецепт для любителей очень сладкого – торт безе со сгущенкой. Для его приготовления нам понадобятся яйца, сахар, сгущенное молоко, арахис. Желтки отделяем от белков. Добавляем сахар и тщательно взбиваем 10-15 минут. Специальной ложкой выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, такие вот шарики. Выпекаем в духовке приблизительно 1 час при температуре 100 градусов. Выкладываем безе шарами в форме конуса и заливаем сгущенным молоком каждый слой. Сверху обильно посыпаем дробленым арахисом. Приятного аппетита!